Ну, в общем, да, уже практически все решено. Вопрос, где мы встречаемся. И дальше там К1 или не знаю, что там дальше по плану. Все. Он не оставил шансов никаким другим мужчинам. Вот. Когда я готова была выйти на Тиндер и делать копипаст, как Татьяна говорила, уже собрала письма, видео, там все это прошла с Пилуновыми. И получаю письмо. Одно, второе, третье и все. Собственно, 10 дней, и у меня уже через 10 дней было два предложения выйти замуж, ну и, собственно, Два предложения от одного или от разных? от одного, естественно, от него. Почему естественно? В один день. Ничего естественного. Вот. А теперь они уже с Катей там напланировали все с дочерью. С дочерью. Да, что они там будут делать. Вот, короче, у них там. Она же вообще для него номер один. Вот, и он ничего не понимает, что происходит, как такая связь может быть. Мы-то знаем, у нас все математически рассчитано, а он не знает. И поэтому он не понимает, говорит, чем я заслужила вообще, говорит, такое счастье. Вот. Девочки, господи, как здорово, как здорово. Поэтому, если бы границы были открыты, мы бы, он же уже в Москве был бы уже, да. Ну, это понятно. Ну, сейчас какие-то другие страны будут открывать. Вот сейчас Да, скажу. там он смотрел, хотел Ямайку смотрит, я ему сказала, посмотри Грузию на всякий случай, там, в общем, еще какие-то варианты. Вот он сейчас по бизнесу, у него там немножко занят, вот, ему надо, ну, собственно, ну, еще месяца не прошло. 10 мая будет месяц, как он мне написал первое Ага. письмо. Вот. Ну, так все быстро, девчонки, когда свой, Да. Да, классно. там идет уже на другом уровне энергообмен, и уже все, и вот, Это здорово. да. Классно. У меня прям все Так что, Оксан, будем встречаться во Флориде. Девчонки, у нас есть сильные и слабые стороны. Вот когда мы находимся на своих сильных сторонах, это что значит? Мы себя ценим. То, о чем Оксана в каждом своем посте говорит, о том, что девочки, любите себя. Девочки, у вас вот эта внутренняя энергия, концентрация вот этой положительной энергии, любви к себе, она идет в эфир, она идет, не знаю куда, во Вселенную, через экраны, куда угодно. Мужчины это чувствуют и приходят к вам на эту энергию. Вот 1000% Оксана права, что им нужна наша энергия. А наша энергия российских женщин, да блин, мы этой энергией просто закроем всех. Им больше никто не нужен. Потому что как только они это чувствуют, они все, они вот в нас вот так вот, и все, никому больше. Это мое, я никому больше это не отдам. Помните об этом, пожалуйста. И если какие-то есть сомнения о том, что я где-то какая-то там, вот там, не знаю, вот у меня, не знаю, бок какой-то толстый, либо там, не знаю, волосы, прическа не такая, забудьте об этом. Вы любая красавица, следите за собой, и внутри вот это вот, любовь к себе сохраняете. Несите вот себя, вот понимаете, прежде всего, как вот женщина, да, я, вот она, я королева. И вот к этой королеве, потому что мне мой мужчина пишет, я буду относиться к тебе как к королеве. Если я вам сейчас прочитаю вот эти слова, которые он мне пишет, девчонки, вы рыдать будете, правда, потому что таких слов я никогда в своей жизни не слышала. Ни от отца своего ребенка, ни до него были мужчины. Когда мне казалось, ой, я так люблю этого человека, он меня так любит. Нет, ничего вообще рядом не стояло. Поэтому давайте себя поднимайте на уровень достойный. И к вам ваши мужчины, они просто как вот пчелки на мед сразу.